Хотя наша планета называется Землей, ее поверхность в основном покрыта водой. Вода содержится в каждой клетке нашего тела, и ее по праву можно назвать элементом, который объединяет всех людей. Вода — это продовольствие, процветание, энергия, жизнь. Однако сегодня многим людям она недоступна, а другие воспринимают ее как должное. Берегите воду — основу устойчивого будущего. Вода для жизни, вода для процветания.